смотреть, что внутри рефа. В этот случай, если... Вообще всем интересно, что внутри установленного айфона. Он на самом деле черный. В смысле, по документам, по имейке. Ну, по имейке он может быть и черный, либо черный, либо белый. И там других вариантов нет. Если мерки стали делать красные. Я понимаю, но в бут красный не зашьешь. Цвет мне не нравится, скорее всего, он действительно реф. Да, приятно, не, он не действительно реф, он на 100% реф. Так, чем нам тебя почикать? Я не прав покажусь. Я 100% прав. Палец на нем работает. Он приклеен. На фабрике проверь мне клеить. Просто вопрос. На какой фабрике? На какой фабрике? На китайской подвальной ни хера не клеят. Ну, нет, не на всех, на некоторых клеят. Клей, он какой-то белой херней, поэтому это реф уже явно. Скотина не хочет. Сейчас скажу, зачем так дербанит? Что? За что ты его тогда? Да нет, все нормально, все культурно. Посмотри, там 3184 заявлена неисправность какая. Посмотреть. Запах китайского подвала. Чем пахнет, а? Чем? Правильно. Хуйней. Пошел, да? Да, да, да. Блин, этот запах не перепутаешь ничем. Как реп вскрываешь, вот этим вот пахнет. Я не знаю, что это пахнет. Китайский воздух у них что ли такой? Подарок, китайский воздух, да, подарок. Да, Алиса. Кто-то только что скидывал. Да, такую же точно. Да, короче, ржака. Кто-то только что скидывал. Алиса. Реф с такой же наклейкой, да. Алиса. Мы купили в Москве, так, в интернет-магазине. Ну, все правильно. Москва, интернет-магазин, самый раз для Алисы. Алиса со страны чудес. Страна Китай. Слушай, а по АКБ давай посмотрим, что там по АКБ. Чего по АКБ? АКБ не оригинал. Аппарат полностью пересобирался сюда, абсолютно полностью. Потому что корпус китайский, дисплей китайский. Дисплей китайский, вот по пломбам, да, видно вот это все? Да вот, по маркировке видно, господи, по маркировке, рамки. Что тут? Таптик, я не знаю, где его, что там, чем там мыли или что. Ну давай я сейчас открою шлифовку, посмотрим, что там дальше. Ну, да, так, это я хоть тут поставил, да? Не, ну Алиса, да, конечно, это прикол прикольный. Такой, знаешь, такой привет, как бы, типа. Может, они как-то маркируют у себя внутренние запчасти, как бы, ну. Не, это. Чуваки, которые делали реф. Вот они. Я не знаю, зачем китайцы маркируют. Ну я говорю, китайские чуваки как бы маркируют, что типа это реф и. Принеси свою отвертку. Мне хочется плакать. Там Евгений, может, подошел и его все обхаяли. Супер пломбой заклеит, потом
путаешься, есть там, нет, нет там, нет. Себе каждый день их еще открывал, но... Не суть это сюда. Так. Ну, с одной стороны, как бы понятно, что это реф, но с другой стороны, прикольно, конечно, что это маркировка Алиса, но это не самое худшее, что я видел внутри восстановленного айфона, как бы. Ну, неофициально восстановленного. То есть тут, ну, знаешь, как бы жвачка не наклеена ничья, как бы блевоты не открыли. А, у тебя до этого дофигел? Ну, слушай, да, нет, открывали реф, как бы. В Питере открывали реф, и там, ну реально, знаешь, ну, блин, там вообще жестко, жестко. Ну, как тебе сказать, смотри, вот эти экраны, они все скрывались, скорее всего, у него перекатан процессор с модемом. То есть, может быть, нарощенная память, да? Нет, просто перекатан процессор с модемом, чтобы его толкнуть. Память тебе никто просто так наращивать не будет, нахуй ему это делать, заморачивать. Ну а почему они делают, допустим, у меня да был ну, реф, да. вот эта лейба, да, вообще она офигеть какая. Нет, у меня был реф с 32 до 256 нарощенный. 256, семерка была, закуп 24500. Так это нарощенный почему-то, этому какого, хотению. Китайцы, они люди такие, они просто так не будут это все делать. Они у них. Короче, заявлена неисправность этого телефона, это не включение и соответственно. У них есть пачка пятнашек, шестнариков, и они будут тебе клепать туда шестнарики. Им похер, чем дешевле и быстрее они продадут, тем лучше. Ну да. А на 32 они еще там на рынке заработают бабки, понимаешь? То есть, как бы так. Что у нас там? Гнездо чистое. Ну, он ведет себя, как будто все. Если у него просто капан, то есть это, скорее всего, все. Я, конечно, зря батарейку заменяю. Не, ну батарейки надо. Так, у нас плюс-минус. Я что-то я не помню, какой плюс какой. У нас этот. А, так погоди, это у нас что? Если у нас батарейка в защите, то у нас тут может быть все плохо. Под видео здесь даже привет от китайцев написано Алиса. Тут, скорее всего, сшитый паянный пропорц. Заявленная неисправность не включается. Батарейка кто? Вообще нафиг. Вообще-то батарея. Ну что, останавливаю, батарейку подкидывать, искать. Вот это поворот!